Всем привет из карантина. Я забыла свои красивые отечечки в Алмате, поэтому я сейчас не совсем в привычных очках. Здравствуйте. На самом деле эта поездка в Хилтон была самая запланированная из всех. Все остальные поездки были спонтанными. Но спонтанность — это тоже клево. Передаю привет в Алмату. Я знаю, мы улетели, там теперь тепло и классно. Но мы вот в Хилтоне. Всем, кто любит Хилтон, передаю большой привет. У меня золотой браслетик. Мы теперь тут блатные. Сейчас я получу полотенчика. Мы быстренько искупаемся. Потому что 3 часа дня. Думаю, до 5 сейчас можно будет купаться. А я вам море покажу. Мое любимое Красное море. Вот смотрим. Сейчас пойду места искать.